Итак, с учетом того, что СМИ очень плотно за тебя взялось, ты готов драться каждую неделю? Можно сказать, да. Я вот одна камера, вторая, третья. Тебя рад был, рад всегда видеть. Я им кричу, дайте еще один бой мне срочно на неделю. Мне понравилось тут. Я люблю СМИ, давать интервью, разговаривать. Я всегда рад. Очень приятно. Магаизма не могу, конечно, три штуки там смеяться, хохоловить сам собой, но могу разговаривать без остановки. Итак, мы тебе очень советуем начать это амплуа. Я думаю, у тебя очень хорошо получится. Очень позитивная энергия, теплый человек. Давай немножко к бою перейдем. Если не ошибаюсь, ты сгонял около 30 килограмм. Насколько тяжело было это для тебя? Около 150, если весил, сейчас 120. 123 сейчас, 26 килограмм смог скинуть, 3 килограмма не смог. Так как у меня национальность даргинец, у меня процент удерживали, это для меня как кусочек с меня, можно сказать, убрали. Я сейчас буду более серьезно, можно сказать. Я думал, что смогу, но организм не выдержал после 25 килограмм. Я-то раньше 24 скидывал, а 25-26 уже дальше просто остановился организм. Чуть-чуть неправильно подошел, это можно сказать. Но следующий бой я уже без веса, можно сказать, буду и более серьезно попадать. Соперник сегодня хорошо дрался, уходил от... А я не мог из-за того, что много веса скинул. Постараюсь в следующий раз вес сделать и от души подраться. За какой период ты скинул килограммы и как вообще подошел к этой процедуре? Насколько тяжело? Мой менеджер Гаджимурат Карай буквально 2 месяца назад позвонил ко мне, говорит, в декабре бой, будешь готовить. А в это время у меня ахилловый вот этот порвал, я могу сказать, ахилл. И он мне спрашивает, вес как? Я говорю, нормально, пошел посмотрел, 150 килограмм. И с того момента, вот за 2 месяца, можно сказать, я 26 килограмм скинул полностью, да, за диетой. Начал следить, 26 килограмм за 2 месяца скинул. Окей, во время боя мы замечали, вот в перерывах ты прям, когда заканчивался перерыв, прям не сразу выходил. Чуть-чуть вот была такая тяжелая одышка, ты прям глубокие выдохи делал. Не успел остановиться в этот период? Наоборот, чем раньше встаешь, например, чтобы более серьезно, более уже подготовиться к началу боя, я поднимался, дыхалку себя проводил, потому что когда чем позднее встаешь, бой позднее начинается. А я уже начинал до боя, можно сказать, пока руку дает соперник. Я уже дыхалку восстановил, я уже сразу начинать, чтобы, можно сказать, уже готовился к раунду. Наоборот, легко было, не устал. Чувствовалось, что ты очень сосредоточен на поединке и готовишь какой-то определенный удар. Честно скажу, мы очень ждали нокаута. Была работа намерена именно на этом сфере, чтобы сделать нокаут? Да, у меня тренер по боксу. Вот Базигид Атаев, Муслим Салихов тренируется. Арсен Али Амаров, тренер, вот его ученик Шахабас на 69 килограмм, финалист России. Мы 2 месяца готовили нокаут обеими руками, можно сказать, и так, 2 месяца мы готовили чисто на нокаут. Ну и на 3 раунда мы готовились, но, к сожалению, не получился нокаут. Но очень рад, что от души продышался, выдержал этот раунд, эти раунды, да. Ну, нокаут я хотел очень сильно, но не получилось, не суждено. Окей, прошел длительный период после твоего последнего боя, около года. Сейчас вот мы еще очень скоро тебя увидим в октагоне, или все-таки еще не все зажило, еще не полностью восстановился? Я абсолютно готов, я говорю, вот я рад тут находиться каждую неделю, пожалуйста, каждую субботу вызывайте меня, я готов драться. Есть желание с кем-то провести поединок? На прошлые ивенты с Молдори побережить. Выиграли наших ребят, я не против был бы с ними подраться. Организация, если даст чемпиона Джонса, выйду, пожалуйста, готов всегда. И, наверное, последний вопрос. Приятно ли тебе выступать в основном в карде лиги? Конечно, ИСЕЙ организация, можно сказать, мирового уровня, одна из лидирующих. Основной ивент, вот Хусейн Халиев, где Марат Балаев, дерутся такие бойцы, которые очень сильно меня мотивируют, особенно Марат. Я рад видеть его даже вот в раздевалке. Он меня мотивирует, смотрю на него, аж, я же говорю, мурашки, можно сказать, бегают. Мне приятно с такими ребятами драться в основном карде. Я готов каждую субботу, пожалуйста. Спасибо, поздравляю.